Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. И сегодня мы с вами будем баловаться Галгари Мидрейнджем. Почему-то он очень резко пропал из арены с выходом нового сета, но я решил немножечко его возродить. И новая карта, которая у нас в него добавилась, это, конечно, трофей убийцы. Замечательный ремулат за 2 маны, который уничтожает любой перманент под контролем оппонента, и контролирующий игрок должен найти себе базовую землю, положить на поле битвы повернутой. Просто на поле битвы, извиняюсь. Вот. Эта карта чем хороша? Она не только убивает существ, но убивает чары, артефакты, даже оживающие земли. Одна копия Дюреса. Одна копия с клинком. 4 нетопыря, чтобы мы могли смотреть ручку оппонента и уже от нее отталкиваться. 4 жуткого рыцаря и добирает карточку 3-2, с которого очень сложно убить на самом деле. 3 копии кладбищника нарушительницы будет таскать... изгонять карточки из грейва оппонента, ее тоже достаточно сложно убить, потому что нужно поискать эту карту, и она умеет трансформироваться в 4-4 существо. 3 копии проповедника раскола, тут вообще без комментариев, это ультра крутая крич, это 3 маны, 2-4 со смертельным касанием, которое будет при атаке оппонента, он триггерится, если у нас больше жизни, чем оппонента, мы будем ролить карту, если меньше, то будет делать вампира с лайфлинком. 3 копии глисы, супер универсальная крича со смертельным касанием и первым ударом за 3 маны 3-3. Каждая она будет наносить боевые повреждения игроку, мы будем выбирать опцию, либо будем брать карту и терять хит, либо уничтожать целевые чары, либо удалять не более 3 жетонов целевого перманента. 4 шоу дред под все наши возможные доборы с проповедника, с глисы, с жуткого рыцаря Махалесия. И Сакласоса к нему чуть подальше за 4 маны 4-5 со смертельным касанием. Когда мы берем карточку, гейм 2 хита, оппонент дробит карточку, лузает 2 хита. 3 копии, собственно, Аклассоца за 5 маны 4-4 с полетом цепью жизни. Когда он атакует, каждый оппонент сбрасывает карту. И когда оппонент сбрасывает карту, если это была карта земли, то мы делаем себе черную мышку с полетом. Если же оппонент не может сбросить карту, когда от него это требует Аклассоца, билка Аклассоца, то мы дроваем карту. И когда он умирает, мы возвращаем его на поле битвы в качестве земли, которую потом можем трансформировать, если у оппонента мало карт на руке или их нет совсем. Одна копия конца сказа за 4 маны, инстанта. Она стоит на 2 маны меньше, если у нас 5 или менее хитов. Мы изгоняем целевое существо или Planeswalker, ищем библиотеки в руке и на кладбище. Такие карточки, и их тоже изгоняем. 3 копии веления Гикса, тут у нас и масс ремувал, и убийца большой крич, и реанимка, и дополнительный отхил, и 2 копии добродетели упорства. Вот такая вот, друзья, у нас сегодня колода, ставьте обязательно ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, и погнали тестить. У меня, кстати, после последнего обновления с компа, во время старта каждой катки вылетает арена, я не знаю почему, с чем это связано, но, друзья, если у вас точно так же, напишите, пожалуйста, в комментариях, и буду знать, что я не один. И если вы знаете, как решить эту проблему без переустановки, то я тоже буду вам очень признателен. Прям вообще очень сильно. Потому что у меня домашний интернет очень медленный, и у меня переустановка просто займет вечность. У меня в прошлый раз арена, по-моему, 4 дня скачивалась. Так, ну давайте попробуем. Первый ход, нормально. Нормально, все тоже будет зависеть. Это вообще чувака можно играть в зависимости. Если играем против агры, ставим его, если играем против контроля, дроваем карту. Вот это прямо его огромный плюс. Ну, давай, дружочек, пирожочек. Так, эту фигню сейчас выключу. Ну, ждем, короче, оппонента. Да, может, он тоже вылетел. Может, у него такая же проблема, может, он тоже из России. Не знаю. Ну, кстати, мне иногда встречаются игроки с откровенно русскими никами, поэтому я понимаю, что, возможно, это мой подписчик. Сейчас кинул Басидию, а оказывается, что там дека на артефактах или чарах. О, будет облом. Ну, у нас есть чем бороться с чарами, с артефактами поменьше. Но тоже есть. В мейне причем. Вот чем мне нравится вот это новый старый ремвал из равники. Это как раз тем, что он умеет бороться со всеми. Супер универсальная карта. Ну, что-то наш оппонент вообще никуда не торопится. Стой, машина! Стой! Никуда не торопится наш оппонент. На чили такой, на расслабоне.
дракончиком, все дела. Ну, смотрите, возможно, мы играем против Mono Black, либо его, как бы, ну, черно-составляющей колодой, который не торопится ничего делать, поэтому мы подроем карточку. И все, ходи. Следующий ход можем поставить. Можем поставить кладбищенскую нарушительницу, ее сложнее убить. Она более такая тревожная. Поэтому вариант у нас тоже есть. Ремувал очень хороший есть. Грот кристаллов. О боже. Что происходит? Не живой дворецкий. Охренеть. Так, так, так. Нифига себе. Ладно, поляна. Давайте нарушительница. Вот это, если это дека на реанимке, вот. Нарушительница сейчас позабавится. Ходи. Нарушительница сейчас просто позабавится. Так, есть Такинума. Есть охотник, сейчас будет милить. Два, три. Жесть, бро. Жесть, жесть, жесть. Жесть. Далее. Атака. Ну, охотника мы скинем. Далее. Если сейчас двумя станет, я в конец сказа сыграю в дворецкого. Ага. Он не умрет, ничего не вернет. Он так уж сейчас ничего не вернет. Так. Квати падальщик. Ага. Тивар. Ну, давай в библиотеке их. Пам-пам-пам. Чё он хоть играет-то? Посмотрим. Угу. Ну. Готово. Этот умер. Да. Блин, Тивара бы, конечно, забрать. Квати неохота забирать. Так, а что он там? Выходит на поле битвы, если наше кладбище не менее 4 карт. Карту перманента. Он типа может мальчикского охотника, да? Почти какой интересный кулак. Я что-то даже его не помню так особо. Но он прям интересный. Да? Как считаете? Скрутите 3 карты. Это он явно сейчас не сыграет. Скорее всего, Квати сыграет. А, у него нет зеленой маны. Души заблудших. 6-7. Ладно. Хорошо. Тогда мы сыграем так. Автооплата. Давай Тиварчика. Нафиг. Тиварчик нам не интересен. Давайте. Жуткий рыцарь. Так. Давай так. Нет атак. Ходи, сейчас он будет под учение Кирина, да, сбрасывать. А мы будем под это вставать жутким рыцарем. Нам не страшно. А, даже не будем вставать. И блин. Вот неудобно. Столько земель. Что-то мы сильно много подробовали земель, да? Ну ладно, атака. Пока так. Что он там хоть себе намилил-то? Еще одного квати. Конец хода. Это трансформировался, это хорошо. Сейчас он положит, скорее всего, на духа. Да. На духа положил. Ну и сейчас можно уже квати, да? И возвращать перманенты. Чего у него возвращать? Либо квати, либо планчатского. А, либо ползучие корни. Да, ползучие корни, кстати, тоже хороший вариант для возврата. Отличный вариант. Но он, к сожалению, только при входе в игру это делает. Так. А, ну ладно, он еще одного квати решил себе в руку зачем-то вернуть. Хорошо, его право абсолютно. Пас, мой ход. Окей. Ага. Вот так вот у нас, да? Давай, Шелдредина. С автооплатой. Так. Ага. Давайте, наверное, атака.
Так, атака. Блин, я очень хочу у него две копии ползучих корней убрать. Пока давайте так. Блин, тяжеленько, тяжеленько против 8-9 стоять. Нам бы немножечко ремувальчика сюда. А, вот и ползучие корни. Окей. Есть ползучие корни. Окей. И Квати падальщик, который карт существ ему надо. А, ну сейчас одна карта существ. Я что-то не понял. А, просто спуск. Ему не нужно удалять. Понял, понял, понял. Блин, а что у нас с землями-то происходит? Что у нас с землей происходит, друзья мои? Далее. Далее. Атака, атака. Что-то мне надо... Или его пороть, либо как-то дроваться, я не знаю. Ага. Ладно. Потому что у нас земель-то дофига. Давайте мы подровняемся, что ли. О! Красавец! Аклосоц! Ты же мое солнышко. Он летает, он клевый, поэтому. Шелдерс пусть стоит. Не страшно. Ползучие корни, хорошо. Скрутил три карты. Да. Раз, два, три. Ничего критичного не произошло. Это, ты думаю, не пойдет в атаку? А, нет блоков. Абсолютно. Сюда нет блоков. А мы сейчас начнем. Ой. Ты ж мое солнышко. Давайте начнем добираться. Далее. Далее. Атака, атака. Отлично. Отлично. Далее на пятюньку. Давайте, рыцарь. Давайте, не топырь. Пусть будет в блоке. И конец хода, ремувальчик себе прибережем, да? Полз два хита. Теперь нужно положить жетоны. Положу. Так. Ага. Когда атакует, да, изгоняет карту существа. И нафиг мы его. Сейчас забайтим. Он может духа просто делать. Хотя... Ладно. Знаете что, он может духа делать в блокерах. Да. Окей. Окей, замечательно. Давайте следующую. Итак, друзья. Вторая катка. Ну, а я вам напоминаю, что вы всегда можете помочь каналу донатом. Ссылочка в описании. Я также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка тоже, кстати, в описании к ролику. Так, у нас есть второй дроп. У нас есть хорошие третьи дропы. Дай бог нам дожить до пятого. Если это какая-нибудь агра. Но, судя по кармашкам, скорее всего, монореда. Монореда вообще любят вот не заморачиваться. Мне почему-то кажется. Плюс монорет самая простая, наверное, для сборки для новичков колоды. Которую собрал и бомбишь, бомбишь, блин, стандарт, бомбишь. Все, монорет. У меня почему-то есть такое прямо чувство. Ну, проповедник Раскова нам в помощь, нарушительница тоже. Они генят хиты, слава богу. Веление Гигса вообще просто. Если зайдет, то бомба. Угу. Погнали. Ладно, я оставлю. В прошлой, конечно, игре меня флудило дико. Но... О чем я? Вот вы понимаете, да? Вот вы понимаете, что я только что это предсказал? Я прям вот я уже не ошибаюсь. Я прямо вижу, что так оно и должно быть. До свидания. Хит себе по гению. А дальше посмотрим. Сейчас как воткну нарушительницу. Там сейчас какая-нибудь фигня выскочит. Сейчас как воткну нарушительницу, блин. Попробую ее убей. За дискард карты только.
Вот сейчас бы Глиссу сюда. По-любому, это какой-нибудь монорет на этой чарке, который там увеличивает дамаг на один. Нет, это Борос, это Борос. Бэйби. Тогда я даже не знаю, что лучше. Ну давайте проповедник. Он будет нам карту дровать еще дополнительно. Подкрепленница, ладно. Подкрепленница, это Борос. Это Борос, ну да. В принципе, почему бы нет. Борос тоже, в принципе, сейчас мало рар играет там, буквально там. Можно его собрать 7 рар. Ну, если стоять с такой, то чуть побольше. Ну, не пофигу, пофигу на самом деле, пофигу. Эти болота. Давайте. Давайте, ну, отмена. Давайте атака. Далее, атака. Подровались. Ой, как хорошо мы подровались. Это же просто замечательный топ-дек. Даже не знаю, что лучше теперь. Что, встанет блок, интересно? Не встанет, а хочет он убить его? Тремя кричами. Или не захочет? Далее. Нарушительница. До свидания. Погенились, ходи. Сейчас, если не чара, то Веленин Гиксом просто все сотрем нафиг. Вербовщик. В принципе, и вербовщика мы можем тоже стереть нафиг. Да? Давай вот так. Один блокирующий. И получается 3, 6. Ну, не так, чтобы сильно критично, вот так скажем. Все, да? Ну, давай. Веление Гикса. Положим 2 жетона и уничтожим каждое существо. Автооплата. Можете подбросить карту. Атака на 4 с лайфлинком. Будет у нас по 12. И еще все сделали все блокеры с лайфлинком. Вообще прелесть. Ходи. Инспектор, да, пускай. Инспектор будет. Пускай будет подкрепление. Да? Я же не против. Я же не против. Ой, ты моя зая. Ладно, далее. Давайте. Так, а вот на 4. Триггерочки. Мы сразу, видите, окенчика себе сделаем. И карточку подровываем. Ой. Ой, господи. Ты моя прелесть. Далее. Угу. Давайте спасаем Глиссу. Давайте поставим нарушительницу. Нафиг кровавую барыню. Неплохо пишет. Спасибо, надо сказать. Ходи. Есть чем увидеть? Смотрите, без проблем. Затапался. Да, это минус блокер. Что-то еще наверное, этого большого. Но, ну, не стоит, не стоит. Вообще блокеров не будет. Ну тогда это ГГ и смерть. Скорее всего. А может и нет. Лунарх. О, Лунарх. Да, Лунарх. Лунарх генит хиты. Ну, мы сейчас играем трофей убийцы, убиваем, все. На этом ГГ. Спасибо Борос за игру. Кстати, хорошая у него была раздача, нормальная такая. Угу. Мне понравилось. До свидания. Вот так вот против Бороса мы играем. Нормально, я считаю, нормально. Давайте следующую. Так, третья катка. Ноутбук снова перезагрузился. Не ноутбук, а игра. Я не знаю, в чем правда, что происходит. Ну, блин, конечно, тяжело что-то стало. Ладно, давайте оставим. Первая рука наша. Трофей убийцы все равно в ранней игре неохота играть. Поэтому так попробуем. Чем сейчас найти интересненькое. Блин, нет, не хочу. Нафиг надо. Столько разтапанных земель. Нет. Ну, оппонент там тоже не торопится, хотя это очень похоже на Телетокена или Агру какой-то. Может, на Хуманов каких-нибудь. Ну, ладно.
Келлан, да. Келлан. Поляна. Проповедник. Келлан. Проповедничек, ребят, проповедничек раскола. Да, это хуманы, бело-зеленые хуманы. Братан, а ты куда пошел? А что у тебя там такого есть? Мне просто интересно. Нет блоков. Мне что-то даже, блин, стало любопытно. Так, сделали себе токена. Что у тебя есть вообще? Чем ты там играешь? Игонзёшкой? А, игонзёшкой. Ну ладно. Токен-то мы себе сделаем, да? Сделаем по-любому. Блин, еще проповедник. Угу. Земелька. Нужна земля нам тоже. Катарушка. Да. Катарушка, к сожалению. Окей. Я так думаю, что он типа пойдет в атаку, да? А, нет блоков. О, ну что, проповедника ставим. Где нарушительницу? Давайте своего даже. Блин, надо было землю, наверное, оставлять. У меня такое чувство. Когда крючит, блин, не прикольно. Все-таки хотелось бы уже и в Шодереда, и уже и Аклосоца поставить. Там, блин, уже тяжко бы ему было. Да? На мой взгляд. Что, еще что-то есть, да? Еще один катар. А, пропасть пропадом. Скинь карту, пожалуйста. О, хорошая карта, кстати, ушла. Ладно. Кстати, если сейчас землю подровим, можем этого 2-2 даже сделать. А еще один авангард, да? Ну ладно. Не страшно, на самом деле. Пока. Пока ничего страшного. Нет блоков. Вот эти как бы неприятные, но терпимые абсолютно. Блин, а земли-то нету. Ладно, проповедник. А что делать? Нет, а так, ходи. У него только один килан, да, остался. И карта географическая. Смотритель. Ладно, смотритель. Как все интересного. Килан. Будет интересно он вертать вот так вот. Сюда. Хорошо, там вербовщица. На 4. На 3. А, типа они обе 4-4. Как хитро. А, нет блоков. Как хитро, хитро, хитро придумано. Ну, это, наверное, сейчас вот так вот завертает как-нибудь. Угу. Че, вербовщица на топе? Нет? Не, нафиг, то есть. Да ё-моё! Да где ж? Земли-то. Ну ладно, тут я сдамся. Земель нету, я не вижу дальше перспективы. Капец. Мало того, что игра вылетела, так потом еще не мог зайти. Типа, вы потеряли соединение с сервером. Я вообще сейчас не знаю, что там происходит. Может, я уже автоматически проиграл. Ну как так играть? Как так играть? На телефоне вообще-то ходить не хочет. А, кстати, через VPN нормально заходит. У меня почему-то. Оба-на! Видали? Вот как нужно играть. Вот это настоящая магия. Yeah! Ну ладно. Предыдущая как бы игра не счетова, поэтому давайте. Для вас прошло не секундочка, для меня прям целая вечность, пока это все грузится. Какой-то кошмар. Так очень тяжело для вас делать контент. Поэтому, ребят, поставьте лайк за старание. Подпишитесь на канал, оставьте комментик. Блин, помогите в продвижении. Оппонент ходит первым. Мне не нравится стартовая рука. Если оппонент ходит первым, она очень-очень тяжелая. Прямо ничего не делающая. Скорее всего, мы сольем, поэтому погнали. Ёпперс это. Снова Борос. Как вы мне все дороги, ваши Боросы? Сейчас причем, наверное, какая-нибудь супер-ультра жесткая раздача, что я аж просто прибалдею, нет? О! А давайте-ка в качестве блокера. Угу.
Угу. Что там нужен мастер-ремувал? Нам нужно веление Гиггса, по-моему, называется. Там все будет в жизни хорошо. Да. Прямо жесть вообще. Как против такого играть? Вот как против такого играть, когда у тебя две земли на столе и жуткий рыцарь в блоке? Я не знаю, честное слово. Как против такого вообще можно что-то сделать? Ладно. Сейчас куда-то даст, да? Свое добро. Прикиньте, да, как нас жестко порят. Сразу отъехал. Жесть, да? Ну жесть же. Что нам делать? Вот что мне делать, скажите мне. С такой ерундой. Я не знаю. В четырех хитах. Даже если мы блокируем, то мы проиграем. Ладненько, друзья. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам маленько понравилось. С вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков. Лучше, чем мне, чтобы вас было.